Меня зовут Алекс, вот, или Саша, как вам удобно обращаться. Здравствуйте, я, как сказала, уже прошла очень серьезный опыт несовместимости. Да, я чуть здесь не осталась, грубо говоря, навсегда. Вот. Поэтому об этой вот энергетике, которая, вот она действительно одних принимает, одних не принимает. И я решила здесь остаться, потому что... Вот я чувствовала, что есть какой-то зов или что-то, что не позволяет мне отсюда уехать. У меня было очень много разных шансов уехать отсюда, но каждый раз, когда я хотела уехать, у меня... Да. Кафе Софа. Я живу в Мексике 5 лет. Чуть-чуть. Меня подходило. Ну вот ты в какой-то момент согласился и полететь в этот тур. Мы совсем немного знакомы, как бы заочно. Тур, ну, он недорогой, но не очень дешевый, затратный. Вот... Алексу сделает солнышко. Кто такой Алекс? То есть мне, да? Хорошо. То есть тебе, Саша, да. Вот, он располагает очень, и, видимо, энергия его такая притягивающая. Поэтому а почему ты во мне говоришь в третьем лице? Полностью. Ну, я как бы интервью ты мне берешь, поэтому я... Ну, я здесь. Хорошо. Извини. Резонирующая энергия и очень горящая. Это первое. Но этого недостаточно. Тебя куча располагающих людей могут куда-то позвать, и ты не пойдешь за ними. Да, ну все связано, видишь, такой клубок, во-первых, с... Твой интерес какой? Вот, что уж... Я давно изучал очень много и подробно, ну, теоретически, потом практически все. Естественно, и Дон Хуана учения. То есть ты хочешь соприкоснуться на этой земле с их наследием? С их наследием. Слушай, ну скажи, пожалуйста, почему ты поехал в поездку? Что триггернуло? Если ты можешь это как-то выделить, объяснить. Ну, как-то ты пригласил меня участвовать. Я думал долго насчет этого, как это с временем, как с деньгами и все это. И тут я как принял решение, что надо все-таки идти. И тот же вечер, короче, я попал на сновидение. Созданное сновидение, и чего давно не был, потому что я настолько усталый был с работы, и думал, что это знак, что надо идти. То есть прям было осознанное сновидение прямо вскоре после предложения присоединиться к туру, и ты посмотрел это как на знак, ну ты прям как сталкер. Почему ты поехала в эту поездку? Потому что я встретила тебя, и ты проникновенно так рассказал про это путешествие. И что в моем рассказе тебя убедило поехать? Это за словами, ты знаешь, дорогой, это за пределами. То есть ты почувствовала, что тебе надо? Да, это как будто через тебя меня эта земля пригласила. Пригласила. Да. Приятного путешествия.